Бальтасар Гроссиан. Испанский писатель. Первая половина 17 века. Серия «Кухонный философ». Классика на злобу дня. Глуп, кто глупцов не узнает, а еще глупее тот, кто, не распознав, от них не уходит. Для человека порядочного нет дороже того, что ему дали даром. Заранее извиняться значит обвинять самого себя. Иные могли бы стать учеными, если бы не считали, что уже стали ими. Искренних любят, но их обманывают. А короткий путь самый длинный. Кто владеет всем, тот не владеет собой. Кто принадлежит всем, не принадлежит себе, ограничивая себя даже в друзьях. Кто слишком благоухает, тот дурно пахнет. Легким кажется слово тому, кто его бросит, но тяжелым, в кого оно угодит. Лучше быть безумным со всеми, чем разумным в одиночку, говорят люди политичные. Многие не теряют разум лишь потому, что его не имеют. Не связывайся с тем, кому нечего терять, а поединок будет неравный. Не цени того, кто никогда тебе не возражает. Это говорит не о его любви к тебе, а о его любви к себе. Недоверие – это признак лживости. А половина людей смеется над другой половиной, и обе равно глупы. Скупому так же мало пользы от своего добра, как и от чужого. А у лжеца две беды – ему не верят, и он сам не верит. Увидишь одного льва – ты увидел всех, увидишь одну овцу – ты тоже видел всех, увидишь одного человека – ты увидишь только его, да и то его не распознаешь. Устроить себе хорошую жизнь – значит закончить ее. Штука не в том, чтобы при входе тебя приветствовала толпа, а в том, чтобы, когда ты уходишь, все об этом жалели.